Очень интересный топ. И он мне напомнил одну историю, когда я была в платье из пайеток, но в одном очень интересном месте. Я подала свою заявку на кастинг. БДСМ-клуб. Я вот чисто наугад. Да, нет? Сняться, точнее, в сериале в линейной роли девушки легкого поведения. Но так как я с этим никогда не сталкивалась, ну, надо окунуться в эту среду. И я пошла в стрип-бар на собеседование, на вакансию PJ. Не так надо было делать. Надо было идти на трассу, на какой-нибудь там, на выезд из Киева любой, житомирский, одесский. И вот там бы ты прохавала бы жизнь просто. Меня приняли сразу, сказали, да, молодец, красивая, умная, мы тебя берем. Думаю, отлично, хорошо. Самое ценное же что в пиджейках? Ну, ум. Я слышал, им даже дают судоку сначала разгадать, перед тем, как, ну, вообще разговаривать о возможной карьере.